Здравствуйте, мои дорогие друзья, я Александр Пичу. Перед просмотром поставьте лайк, комментарий, со стимул больше снимать для вас видео. Сегодня у нас талисман, как говорится, арабский, естественно, на основе нумерологии, мой авторский. И лучше его, конечно же, делать тому человеку, который занимается бизнесом, да, тот, который хочет повыситься, чего-то добиться, то, что имеет уже какие-то деньги, а не именно бомж, да, так сказать. Это талисман уже именно для тех людей, которые имеют какой-то ресурс. Потому что как раз талисман на изобилие и богатство. Что нам понадобится? В четверг или в день Меркурия, как говорится, мы выбираем, луна тут любая. Нам понадобится мускатный орех, но я мускатный орех перетер, один орешек, он такой у меня получился, что-то цвета какого-то слишком темного. Ну ладно, свежий нам понадобится. Можно сухой выбрать, купленный в магазине. Что мы делаем? Мы чертим данный талисман любым цветом, как вам угодно. Можно чернилами, можно макнуть в шафран, как говорится. Расчерчиваем цифры по часовой стрелке, как говорится, кодировку данную выбираем. Тут закодировано, я не буду говорить что, но именно на изобилие и богатство, да? И быстро действующий причем. Вы это все расчертили, естественно. Сзади переворачиваем, пишем свои данные. Можно астрологические данные перечисляете, да? Или кому хотите помочь, пишите. Потом вы это написали, естественно. И нужно поджечь мускатный орех и окуриваем спереди сзади. То есть свеча у нас горит. Вы окуриваете спереди сзади, как говорится, данный талисман. Можно посыпать в центр немножко, чтобы протереть, так сказать, чтобы он пропитался этим. Если с эфирным маслом мускатного ореха, можно тоже пропитать. Потом вы это сделали, потом просто говорите своими словами три раза. Заклинаю, подчиняю духов этого талисмана или просто прошу духов этого талисмана помочь мне добиться изобилия и богатства, как говорится, в таких-то, таких-то сферах, допустим, да, или чтобы у меня деньги повышались или где-то в казино там я выиграл. Вот, вы это сказали, складываете талисман и храните на рабочем месте или там, где можно фотографию свою сюда завернуть, как говорится, или на фото нанести всей семьи, чтобы в семье, допустим, деньги были. Вот, когда пройдет примерно где-то год, талисман потеряет, или месяц у некоторых, в течение месяца теряет свои свойства, переделывайте талисман, делайте снова, как говорится, мотозейшн денери. Вот, вы как бы восстанавливаете таким образом то, что, допустим, утихло, да? Ну что ж, вот такой простой метод. Пробуйте, делайте. Всем удачи, успехов, с вами был Александр Чу. Ставьте лайк, комментируйте, пусть удачи.